Всем привет! Сегодня я покажу, как я солю помидоры холодным способом. Это очень простой рецепт, а получается очень вкусно. Это холодный способ. И поэтому прежде всего надо приготовить рассол. И он должен остыть. Рассол подготовил. Он у меня на балконе остывает. Что для этого надо? Для рассола. Ну, объем воды я взял 4 литра. Вы, в зависимости от того объема помидор, который вы хотите солить, и определяется, сколько вам нужно воды. И делается рассол. Из расчета на 1 литр воды надо добавить 2 столовые ложки соли, 1 столовую ложку сахара, 2 горошины душистого перца, 4 горошины горького перца, 1 лавровый лист. Ну, вот я брал 4 литра, то есть у меня получилось, соответственно, 8 ложек соли, 4 ложки сахара, ну и так далее. Поставили на печку, вода закипела, 3-5 минут покипела, снимаем. И я вот выставил на балкон, и она остывает там с утра. Когда рассол остынет, можно приступать к засолке помидоров. Значит, что нам потребуется? Ну, во-первых, сами помидоры. Я взял вот такие бурелые. Вот, можно и брать и спелые помидоры, но нужно выбирать твердые сорта, типа сливки, там, чтобы они не раскисли. Но я вот беру бурелые помидоры, они очень хорошо засаливаются, потом мягчеют. Получается очень вкусно. Сами помидоры. 4 болгарских перца. Укроп зонтиками, листья хрена. Пучок петрушки, головка чеснока почистил зубцы и листья вишни. Вот это вот специи. Все это я буду укладывать вот в такой вот. У меня есть керамический горшочек. Где-то 10 литров примерно. И в нем я буду солить. Итак, приступим к укладке. На дно укладываем листья хрена, листья вишни, зонтики укропа, петрушки. И укладываем помидоры. Ну, стараемся покомпактнее. Чеснок надо было еще туда. Перчик болгарский. Ложили. И следующий ряд помидоров. Ладно. Вот. Вот так вот уложили все. И теперь это нужно залить холодным рассолом. Сверху кладем марлю, на ней будет плесень образовываться. И вот такой гнет. Сюда поставим небольшой, поставим литровую баночку с водой. Она ее чуть-чуть придавит. Вот, и в таком виде мы отправим это на балкон, где она будет стоять, солиться.
Готовы будут эти помидоры, ну, примерно через месяц. 4 недели они должны выстоять. А через месяц они уже будут в самый раз. Марлечку эту будем постепенно, ну, иногда там снимать, мыть, опять накрывать, чтобы она была чистая. И вот так вот она там на балконе будет стоять. Сейчас уже прохладно на улице, жары нету. И как раз она будет там за месяц. Все посолится. Вот такой простой рецепт. Кому понравился, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за внимание. Всего доброго.